если найдете обычную упаковку, без вот такой крышки, будет еще лучше. У меня кастрюлька маленькая, поэтому я буду делать два раза. С момента закипания 15 минут. Беру дуршлаг и специальное кухонное полотенце, предназначенное для таких целей, которое я не стираю в порошке. Второй литр. Дам отцеживаться йогурту целую ночь. Утром увидимся. Столько сыворотки получилось. И вот столько крема. Или намазки сырной. В крем добавлю чуть-чуть гималайской соли по вкусу. В одну часть добавлю петрушки, у меня сухая, желательно, конечно, свежую, и чеснока в порошке. А во вторую часть нарежу половину острого перца. Мелко-мелко. Хранить в холодильнике до 7 дней.